Теперь моя очередь играть в центре профессии. Помоги мне вставить несколько монет. Я хочу выбрать самую интересную работу. Учитель. Это интересно. Пойдем со мной. Помоги Джо надеть наряд. Деловой костюм. Книги. Доска. Я добрый учитель. Мои ученики любят меня. Пришло время учебы. Я проверю ваши руки. Твои руки такие чистые. У меня есть для тебя красный цветок. Прикрепи красный цветок к своей руке. Твои ногти слишком длинные. Их нужно обрезать. Твои руки такие грязные. Тщательно вымой руки. Сегодня я подготовил для вас несколько тестов. Что больше всего любит есть щенок? Ученик, который правильно ответит, получит красный цветок. Кто летает в небе? Правильно, у меня есть для тебя красный цветок. Кто бегает по земле? Ученик, который правильно ответит, получит красный. Я хочу треугольное печенье. Правильно, у меня есть для тебя красный цветок. Сколько цыплят на доске? Один. 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 Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь. Ура! Я пришел поиграть в центр профессии. Помоги мне вставить несколько монет. Кем сегодня я поработаю? Археолог. Начнем. Помоги Кики надеть наряд. Костюм археолога. Лупа. Лопата. Я археолог. Я могу найти секретные артефакты. Археолог использует детектор для поиска артефактов, захороненных в земле. Здесь есть артефакты. Копай, пока не увидишь спрятанные артефакты. Здесь есть артефакты.
использую лупу, чтобы найти артефакты. Обработай выкопанные артефакты. Я пришла. Помоги мне вставить несколько монет. Какая профессия самая интересная? Стюардесса. Ух ты, здорово! Помоги Мю-Мю надеть наряд. Костюм стюардесс. Шарф. Чемодан. Я стюардесса. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится во время полета. Добро пожаловать на рейс Baby Bus. Мы надеемся, что вы приятно проведете время с нами. Пожалуйста, разместите свой багаж на верхней багажной полке. Пристегните ремни безопасности. Приведите спинку кресла в вертикальное положение. Уберите откидной столик. Поднимите шторку. Мы готовимся к взлету. Выключите свои электронные устройства. Наш самолет набрал высоту. Мы будем подавать еду и напитки, а также предоставим другие услуги в полете в ближайшее время. Пожалуйста, выбросите мусор в мусорный бак. Мы прибыли в пункт назначения. Спасибо, что выбрали Baby Bus.